Максиму Бабину 6 лет, но он может сконструировать робота. В его копилке уже есть робот-лыжник и робот-утка. Их он собрал вместе с папой дома. Увидев, с каким увлечением Максим держит в руках конструктор, родители приняли решение отдать его в детский технопарк «Кванториум». Он ждал этого занятия очень долго. Сейчас с большим удовольствием собирает. Вот отличного такого робота интересного. Тут весело, тут можно собирать сложные роботы. Помимо Максима, еще около 2000 ребят получат возможность обучаться в новом технопарке. Марафон открытий состоялся по всей стране. В том числе в Башкирии появилось 2 подобных технопарка. И еще один планируется открыть в 2018 году. Средства на реализацию технопарков республика получила, став победителем в конкурсе проектов о развитии детского технического творчества. Уже сейчас многие преподаватели прошли обучение и переняли опыт лучших технопарков «Кванториум». Образовательный процесс был хорошо организован. Много было практических занятий. Много было новых инновационных роботов, новых комплектов. И все это мы проходили, учились собирать и надеемся, что на занятия эти знания мы сможем передать детям. Технопарк «Кванториум» будет работать по 5 направлениям. Это автоквантум, робоквантум, IT-квантум, промышленный дизайн и виртуальная наполненная реальность. Это модель дополнительного образования, которая отличается тем, что здесь ребята работают в командах. Они создают проекты совместно со специалистами предприятий. Тьюторами этого направления являются преподаватели вузов. И они обязательно в определенный срок должны подготовить свой проект, защитить его и представить на республиканских, всероссийских, международных конкурсах. То есть они обязательно должны получить результат своей работы. По словам представителей технопарка, основные навыки, которые получат учащиеся, это изобретательство, самомотивация и умение работать в команде. Цель проекта – возродить престиж научных профессий и подготовить кадры для инженерного будущего страны. Общая цель – выявить в подрастающем поколении задатки инженера, инженера-конструктора, инженера, ну, выдумщика, так скажем. И неважно, какое это направление, и ребенок должен определиться в этом возрасте. Что ему ближе? Роботы, техника, автоконструирование, может быть, промышленный дизайн. Чтобы он совершал какие-то ошибки. Ошибки неизбежны всегда в раннем возрасте. Но не в 17-18 лет, когда он поступает в университет и не знает, зачем он туда поступил. Вот для этого нужен «Кванториум». Как говорят преподаватели технопарка, определить способности ребенка к таким наукам с первого взгляда может и не получиться. Ведь многие таланты раскрываются в процессе обучения. Но если он уже сейчас интересуется, как устроен мир, то стоит обязательно попробовать. Посетить технопарк «Кванториум» в Уфе можно в Гагарин-центре, который находится по адресу Менделеева, 205А. Анастасия Ходик, Андрей Шуняев, городской телеканал ЮТВ.